Закончился первый раунд. Там уже как раз таки настило. Идет. И это сыграет. Да, вот. Да, и ручки тут же вниз. Пошли в Америку. Красота. Нет, нет. Нужно позволять ему. Аут. Just 18 years of age. Oh, it's a big right hand, it's a knockdown! Down goes Kazım Ayak! Chewing up! The doctors. Any questions? Да. И именно за это Дениса Седенко называют мистер Any Questions. Влад Туйнов очень здорово. О, есть колено в голову, попадает справа рукой Влад Туйнов и начинает разбивать своего соперника. Еще одно попадание Влада Туйнова, выживает турецкий боец, как может, вертушечка, и блистательно! Этот поединок, потому что сейчас Влад Туйнов будет добивать своего оппонента, иначе настоящий расстрел! Начинается все! Этот бой закончен уже в первом... По прозвищу Орловский бриллиант! Бойцы на середину, пожали руки, добро пожаловать! Двигайся!
мазали, много не надо. Сюда тебя выдали, ребят. Уважение, я тебя уважаю. Благодарю тебя, большое спасибо. Я сегодня не буду многословен. Я хочу сказать огромное спасибо Виталию. Я не встречал более уважительного и доброго спортсмена. Он очень, очень сильно напоминает мне себя. Коваленко шел без поражений в этом виде спорта. Ему 24 года. Напомню, что с Подоленко у нас в белых шортах, в черных Туйнов достанется. Да, как обычно, собран Туйнов. Жесткий. Причем я Влада помню, было ему лет еще. Причем профессиональный в турнире. Да, вот это вот и важно, что сразу начал профессиональную карьеру. Совсем немножко любительское было. И обратите внимание, что происходит. Точно. Скорее, Туйнов слишком крупным. Так. Хорошо, Туйнов прибивает по корпусу. И схитрил сейчас Бондаренко, с разворота нанес удар по защите. Хорошо перекрывается Бондаренко. Уже обороняется больше Бондаренко, понимая, что слишком тяжелый. Третий раунд! Файт! Главного боя сегодня. Победа ломлен, и думаю, что может еще и будет рематч. Выгодное начало. Это не драка, это! Смотрится буквально Айман Галан. Туйнов внушает. По-моему, Роман Аймана понял, где начинает работать. Не стоит сейчас. Очень мощный. Так и надо. Туйнов начинает. Говорит о своем. Спичок глаза. А вот Туйнов старается восстановить свое зрение. Психологически. Такое ощущение, что можно просто уже не остановить его пути. Влад Туйнов близок. Близок Влад к очередной победе. Не нужно, что нет, не закончено еще. Сразу же атакует удар и летит. Что потом? Там уже как раз таки настила. И вот сжимает себе Туйнов. Сжимает на Туйнов. Просто жесткий прессинг. Сейчас. Меня больше беспокоит угол как раз таки. И показывает ему из угла неприличное жест.